Всем доброе утро. У меня сегодня первый день весны, первый день рождения в такое мутное время. Но что я подумала? Я не политик, я не какой-нибудь там социально влиятельный человек. И, во-первых, я в этом вообще ни в чем не разбираюсь. Это тоже, наверное, важно понять, что я не политически грамотный человек. Я душой и сердцем реально с вами. И мне тяжело было все эти дни, поэтому я вообще не выходила из сторис. В сторис, вернее. Но сегодня у меня день рождения. И я решила, что... А вдруг это последний раз, когда у меня есть шанс, возможность свой день рождения праздновать и жить. Жить так, как я привыкла жить, чтобы у меня все это не отобрало. А еще, я думаю, наверное, самое главное... Поэтому я сегодня буду жить обычным своим полноценным днем и радоваться своему дню рождения, первому дню весны, который сегодня очень-очень солнечный у нас в Москве. Прекрасная погода. Поэтому, если хотите, отписывайтесь сразу. А если хотите отвлечься от всего, что происходит в мире, welcome to my stories. Агата, с твоим днем. Дорогая Агата, я тебя поздравляю с днем рождения. А я еще думаю, друзья, нам всем очень важно понять, например, с моей точки зрения, поймите, пожалуйста, что я, гражданка Латвии, моя бабушка родилась в Белоруссии, дедушка из Мордовии, они жили в Питере перед тем, как переехать в Латвию. И я живу в России уже больше 10 лет. Поэтому я считаю себя гражданкой этой планеты. Я не могу быть ни за кого, ни в какой войне, потому что я просто против войны как таковой. Вот. Поэтому дальше мой инстаграм будет посвящен чему-то более позитивному, просто не держу. Но я всех люблю, и я за мир во всем мире, правда. Мне приходят первые подарочки. Начнем с открыточки. Это у нас от Лили. Ну-ка, давайте анпакинг сделаем. Анпакинг, анпакинг. Вы готовы к анпакингу? Что же там такое? Ой, не терпится посмотреть. А вам? Опа, опа, опа. О, это что? Шкатулка для украшений. Как красивая. Вау. Уносить с собой. Надеюсь, пригодится. Сказать, что я еду в налоговую. Вот такие занятия у меня в мой день рождения. А, вообще не понимаю, работает у меня сторис или нет. Третий раз пытаюсь записать, что-то ничего не записывается. Впереди камера еще, на разметку. А еще я поняла, что нам всем надо как можно больше сейчас стараться сеять любовь друг с дружкой. Ребята, любовь, любовь. И, наверное, вы вот говорите, что ты ничего не делаешь? Почему ты ничего не делаешь? Ребят, я делаю, я молюсь. Я молюсь. Мне кажется, что это единственное, что сейчас можно делать, чтобы вообще в мире все было хорошо, вообще в целом. Неважно где, вообще везде. Это единственное, что мы можем сделать. Разве нет? Я сама сказала, что не буду, значит, говорить на все эти темы, а сама говорю. Поэтому так, что, планы у меня на день рождения какие? Я сейчас еду в налоговую. Классное занятие себе придумала на день рождения, а? Ненавижу все эти бюрократические вещи, но поеду, потому что надо. Слушайте, друзья, еще пока сижу в налоговой, последнее, что хотелось бы еще вам сказать. Мне кажется, вы все должны понять, что разжигая ненависть друг к другу, вы поддерживаете это все. Потому что только это так и работает, понимаете? Когда людей стравливают против людей, и они с пеной у рта начинают друг друга ненавидеть. Это самая большая ошибка, которую совершаем мы все сейчас вместе. Поэтому, пожалуйста, прекратите, прекратите просто посылать проклятия друг дружке. Простые мирные люди, простые мирные жители ни в чем не виноваты. Ни с одной, ни с другой, ни с третьей, ни с пятой, ни с десятой стороны. Никто из нас с вами в этом ужасе не виноват.
Поэтому, пожалуйста, я вас умоляю. Давайте любить.